Здравствуйте, наш любимый игрок Клондайк. Итак, когда у нас обновление совсем недоступно, это не печалька, потому что у нас полно неизученных островов, которые не мешало бы изучить. Вот, например, Дружная. А давайте все дружно на нее отправимся. Она закроется после 7 дней, после первой поездки. Поехали. Будем дружно чистить Дружную. И она уйдет потом с карты и будет на один остров уже меньше. Она все равно временная, она может висеть сколько хочешь до тех пор, пока первый раз не поехал. Итак, хорошо. Надо что-то ставить компаньону, ха-ха. Тут у нас Дружно ничего нет. Ну, ладно. Я убираю комбо. Так, сейчас чего-нибудь поставим. Ой, это было так давно, что я его, этот остров, уже толком и не помню, если честно. Так, ставим. И сразу смотрим, что у нас тут по дополниловкам. Найти в сане денежное дерево. Так, я так поняла, что у нас на этом острове склада нет. А вот это дерево 50 ударов. А, у нас в санях нет места. Точно. Я ж тут привезла энергетиков под завязку. Но ничего, места освободятся, мы все приберем. Не все прям сразу. Начинаем пока с чего-нибудь. Тихо-тихо, мы поели, это радует. 6 дней, а размеры, кстати, сейчас, жите, надо еще раз поесть, это тут, ну, такой, средненький, скажем так. Так, компаньону чего-нибудь, ой, раз, два, поставили. Быстренько движемся по территории. Ну прям быстренько-быстренько. У нас же всего 6 дней. А самое интересное, что я даже не помню, на этом острове тоже вышки или нету. Или просто дружно чистим. Тут, видите, никакой процентной нету. Ну, скорее всего, может быть, за 100% расчистки и будет какой-то подарок. Кто его знает. Честно, не помню. Это было так давно. Ну, пока мисс об этом говорить рано. Только заехали тут. 3 камушка убрала, уже хочу подарок за расчистку. Ну, очень-очень скромная, очень. Но зато обратите внимание, как хорошо тут вот сразу у нас идет с углем. Очень все чудесно. Потом это все вывезем на островок на какой-нибудь. Приберем. И будет у нас стратегический запас. Ну, каждый использует свой остров. У меня это Арника. У меня там чего только нет. Всевозможные энергетики. Я, конечно, старалась привезти яблочко. У меня как-то так... Ну, не это обнова четверг, а предыдущая. Хорошо так все мои энергетики потратила. Ну, на этой неделе как-то я обнова прошла мимо. Нет, я ее сняла. На канале она есть. Я снимала в Одноклассниках. Ну, здесь, в ВК, она прошла мимо. И я решила, ну вот как раз вот тот случай, когда мы с вами едем и начинаем уменьшать количество временных островов. Пока мы так, двигаемся вглубь, что-то ищем, находим, большое оставим компаньону. Потом начинаем выбивать уже. Тратим то, что привезли. Преимущественно яблочки. Я даже крупных энергетиков взяла 10 штук плюс 40, 10 штук плюс 50. Ну, потому что я не помнила, куда я еду. Ох, ничего ж себе! Теперь я поняла, куда я еду. Страна угля. Ну, прям уголь с углем. Уголь с углем и до бесконечности. Ой, еще открылся уголь
с углем. Красиво. Передать не могу. Тут нет ничего такого, чтобы я могла убрать и типа посмотреть. Ну, давайте пойдем, значит, в другом направлении. Так. Вообще вот эти по 65 не мешало бы сразу и убрать. Чё они мне тут стоят? Ладно, мы тут вокруг угля потанцуем чуть-чуть. Чтобы понять, насколько далеко это все распространяется, вся эта красота. Неописуемая. Мне повезло прям в этот раз. Обычно у нас обновы проходят, а потом на временке я еду сама. А в этот раз мы с компаньоном поехали вместе. Она поехала на новый времен, на новый постоянный, простите. Ну, а я, воспользовавшись случаем, поехала в страна угля, которую нужно убирать дружно, потому что называется дружная. Ой, я не поела, ой. Я, как говорится, сижу чищу, а сама от этого угля, ну, прям глаз не отвожу. Только на него смотрю, уголь. Много угля. Нет, у меня в игре есть уголь. Ну, скажите, разве бывает такое, что угля много? Нет, конечно. Бывает мало и с запасиком. Кстати, я там еще ничего не набила, нет? Помощь, например. Ой, что-то мне так скромно получается. Ну, потому что я пошла погулять по траве сначала. Вот компаньон мне уже тут выбил. Я подставлю еще. Не, сейчас, конечно, еще чуть-чуть расчищу территорию и потом начну. Это 90 я ставить не буду. 75 тоже. Я, наверное, поставлю вот такую красоту. Постой, я повыбиваю сама. Не, я, конечно, не люблю ставить компаньону уголь, если честно. Ну, потому что, когда выбивает, ну, кто-то или выбиваешь, ну, комбо, то большие куски вот эти угля. А я люблю, когда маленькие такие, аккуратненькие. Послаживал на потом. А потом пользуешься. Так. 18. Что-то я так никак помощь не накоплю. Со своей травкой. Не, ну подождите, ее все равно придется убирать, ну правильно ж? Мы же будем чистить 100%, 100%, как звучит. 100%, 100%. Так, вот еще чуть-чуть, и мы начнем обходить. Я вижу, что этот на 65, вижу. Мы начнем обходить и посмотрим, насколько наша страна угля далеко распространяется. Так. Маленькие пошли. Красота. Так, надо немножко уже поубирать по 90 и по 75, чтобы быстрее набрать помощи. А то как-то так затянулось стоять. Я привозила плюс 20. Раз, два, три, четыре, пять. 78. Раз, два, три, четыре. 75. Ой, я не успела эту штуку поднять. Ладно, сейчас подниму. Куда мы пошли? 42. 62. Так, поднять. То как-то затянулась моя трава, трава, трава. Пора бы уже и почистить по-серьезному. 40-60. Хотя интересно еще на эту сторону. Я вообще его уже не помню, этот остров, если честно. Насколько давно это было? Так, травки, травки, травки. Но все равно приходится эти травки убирать по большому счету. Хошь не хошь, а не уберешь, не пройдешь, называется.
Ой, тут еще уголечки такие. Симпатичные. А, надо было больше в этот раз яблок вести в первую очередь. Раз тут в травку играемся. Но самое интересное, что когда вот эта травка на 5, она же даже на 5, на 9, она же даже помощи не дает никакой. Так просто, знаете, выбил да выбил. Так, на 90 надо убрать. Сейчас. С него-то помощь выпадает, кстати, как раз. Хорошо так. По сравнению... Ой, нет места, нет места. Сейчас все будет. Так, и еще на 90. Что ли, даром я плюс 50 привозила. Так, где-то я еще видела такое деревцо, так че не видела. Ага, это у нас 45. Ну, 45, ладно, пойдет. Надо было называть остров Недружный. Угольный. Типа его надо выбивать дружно с компаньоном. Столько угля. О, точно, дружно с компаньоном. Вот и компаньон пришел. Так, 70. 70, 80. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И 7. Вот эти глыбы, которые я не люблю. Ну ладно, ой. Еще и браться не хотят. Вредные. 40. 60. Тридцать. Ха, дальше не видно. Дальше туманчики. Травка. И уголечек. Так, 45 есть еще чего-нибудь? Да. Так, скопилось опять? Ну да, можно опять ехать. 40. 60. Тридцать. 60. Кстати, там 120 я еще видела, тоже можно поставить, кстати. Так вот, раз. Ну, 75 убрать надо. Что он там стоит, собственно? 40. Раз, два, три, четыре, пять. И 75. А цветочек я только один пока нашла, между прочим. Ну, глины здесь немного. Ой, а у меня, оказывается, я не поставила в последнее время в просилку глину. А заводики работали, работали. Я кинулась, а заводики спят. А глины-то нет. Хорошо, что были коллекции, наменяла себе. Ну, немного, конечно, мало. И по-быстренькому поставила глину в хотелку. 60. 10, 20. И 40. Итого 60. Ой. Так, я могу помочь? Я могу помочь. 130, 120. Ой, может там большое что-то было? Не, пока еще не ставили. Ой, помню я этот остров. И интересная была расчистка. Скажу я вам, очень интересная. Так. Надо еще с этой стороны проверить, что нас тут ждет. Будут тут уголечки или как? Мы что еще не знаем. Уже ничего не помним. Я, видите, даже поставила себе самолетик, чтобы типа вывозить нормально. Плохо, что, знаете, вот в таких островах чего не хватает? Склада. Так все сложил бы на склад, отсортировал, а потом смотреть, что куда везешь. Тогда надо аккуратненько подымать, чтобы лишнее не зацепить.
Нет, тут у нас преимущественно без угля. Ну, может, дальше сюрприз будет. Тоже как вариант. Не похоже на сюрпризы. Раз, два, три, четыре, пять. Такого «Успевай кушать» называется. Кушать, нажимать, нажимать, кушать. Мне кажется даже, что когда этот остров я выбивала в «Одноклассниках», у нас тогда не было такого шикарного варианта чистки островов, как чистка с компаньоном. Компаньон же у нас в игре не сразу был, а потом появился. Выбивала самостоятельно. Не нравится мне столько травы. Надо очень много стучишь, стучишь, а толку ноль. О, деревцо ничейное. Поднять. Второе только. Так, чуба мне тут на 50, ничего нету. А на 45. Ну, ладно. Пойдем в этом направлении, теперь погуляемся. Ой, 90 вижу зато. И почти открыла. Можно будет сейчас убрать. 40, 90. Ой, а цветок? Ладно, потом цветки. А тут что, не пройдешь, да? Прям камень на камне. Не, вот уголек. Можно пройти. А тут у нас тоже уголек. 30. Вот, еще 5 штук осталось. Плюс 90, что привезла. 37. Ой, 55. А я плюс 15 привозила. Есть. Так, надо 55 себе повыбирать. Пока плюс 15 случайно не потратила. Что там с помощью? Ну, еще рано. Это что у нас? 55. 40. 55. Итак, по надстилочкой уже видно, что там уже ничего такого нет. Кстати, эти камушки обычно по 170. На этой локации они 145. Подъехали. Вообще не видно, сколько процентов. Только видно, сколько дней. Не, если выехать с острова, то можно посмотреть на карте. И там как раз вот видна процентная расчистка. Так, принять, принять. Увидим, что за ними. 40. Это 30. Вот 55. Отличненько. Ну, специально дошла до этого угла в поисках больших камней. Скажу прямо, не обнаружено. Но мне кажется, что вот у нас тут столько всего этого мелкого, ну вот, который легко выбивается, что если, допустим, даже вот компаньон слабый или нет компаньона, то сам себе помоги при помощи вот этого мелкого выбить себе крупное. Не буду утверждать, что стопроцентно, но большой процент. Обратите внимание, как много всего такого здесь есть. 95 я уже даже уберу, потому что ну как-то стыдно. Тут достаточно всего остального. Ой, никак не дочищу все свои энергетики, что привезла, чтобы уже поехать и что-нибудь начать выбивать более крупное. Что у нас тут? 60. И 40. О! Еще на 90 доступно стало.
Очень удачненько. Поехали. А тут еще у нас 65, а эти 105, 145 и 55. Во. 55 обнаружено. Отличненько. Так интересно, у нас эта сторона. Нет, мне кажется, сюда, наверное, можно пройти. Тут так все так раз, только крупненькая. Крупненькая, красивенькая такое все. Это у нас 55. 40. 55. Так что это можно себе насобирала? Это еще энергетики остались. Два дерева. Третье дерево я не взяла еще. Хорошо, сейчас возьмем. Так, 40, 70. Деревцу, пожалуйста. Три. А где-то еще я, по-моему, видела. Но я не помню. Ой, когда будет пустой остров, все найдется. Если что. Так, 81. Ну, чтобы не нарушать отчетности. И 75. О, вот они, 70. Ай, кто-то перестарался. 38, 40. 75. Ну что, я готова? Ну да, я готова помогать. Все, надоело играть малышами. Давайте хоть немножко по стол берем. Самостоятельно. Для этого надо привезти домой немножко из того, что набили. Чего везти будем, не знаю. Все равно вывозить все. Так что, если что, можем два раза съездить. Нам не сложно. Ой, самолет, лети. Станция. Вот мы уже и дома, называется. Полетели, прилетели. Стоп, ничего мы не разгружаем. У меня спортивный интерес. Денежное дерево. Что выпадает? Деньги. Ну, опыт. Ресурсы, коллекции. Ну, как-то так. Ладно, выгружай. Ой, чего тут только нет. Энергетиков. Да? Не, немножко. Ну, то, что насыпалось, энергией назвать сложно. Дружная. Это ж точно оно. То я еще как-нибудь заеду так. И будет у меня два временных вообще будет тогда. Оригинальненько. Так, сейчас мы просто забираем. Забираем в первую очередь чего-нибудь. Ну, вот это вот берем, но с него энергии не будет. О, еще одно дерево нашлось. Пятое. Пять штук осталось. О, глина, 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 это все. В нашей случае, когда ее нету, так. А энергетики когда будем брать? Ладно, берем чуть-чуть. Много не берем, я сейчас буду бить посто сначала. Все, нет места. Домой на самолетике. Ничего себе. 1000 керосина. 50%, 500 чем-то. Так. Разгружай. Теперь главное понять, чего я хочу и сколько. О, хочу. Много. Ну, изначально мы сейчас по 95 все выбьем. И по 100 сначала. Надо же с чего-то начинать. Ой, так, берем так. Я не жадная, я запасливая. Смотрите, 10, 20. Раз. И еще, еще, еще. К этому ко всему мы берем яблоко.
И обязательно нужно брать или плюс 5, или единичку, потому что 43, иначе мы и не сделаем никак. При всем желании. Так, это я взяла. Что я еще хочу? Ну, я хочу еще взять вот так, 1, 2, 3, 4, 5. Так, все, не жадничаем. Я же говорила, по чуть-чуть. Полетели. Сейчас начнется самое интересное выбивание. Это камушки. Во-первых, убираем комбо, потому что будут неприятности. Раз, два. Раз, два. Уберешь один камень. До свидания. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Раз, два. Где еще? Раз, два. Раз, два. Все нашли. Кто не спрятался, я не виновата. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 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 Ой, так еще могу долго играться. Восемь было не обязательно. Ну ладно. Семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Откусанный? Да. Четыре, пять, шесть, семь. Ну, вроде как удачненько. Этот 105, я знаю. Я сейчас один на 150 уберу, наверное. Я не жадная. Хочется, очень хочется. Так, тем более у меня ресурсов хватает. Правильно? Правильно. 161. Где кто-то что-то не надкусил? Ой, 150. 150, 93, вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 54, 1, 2, 3, 4. Какой камушек на нас смотрит? 5. На меня смотрит вот этот, 150, точно. Убираем 40 ударов сразу, так, смело. И начинаем его убить. Стоп, стоп. Ну, жадная. Ну, передать не могу. Надо было 40, а я тут на тебе 44. Меньше можно. Ну, больше, ну, нежелательно. Что можно получить очень большой камень. А ну, нам надо? Нет. Так, все, поехали. Ха, еще и на стол нарисовался. Ну, ладно. Так, делаем 7 и пошли делать 43. 43 и двадцаточка наша разменена. Так, кстати, чего это я? Давайте сначала поубираем то, где не надо кусаться. Где можно смело так раз и убрал. И не забываем следить за ситуацией с помощью. Ну, чтобы лишнее не было. И поехали. Не мешало бы, наверное, было еще яблок больше сделать на этот остров. Ну, чтобы полностью выбить яблоками, ну, мелкое, а энергетики к нам тогда в запасик. Потому что предыдущий остров, я уже говорила, не знаю у кого как, у меня забрал все, что можно и все, что не можно. И мелкие, и яблоки, и не очень мелкие. Идем дальше. Ой, плюс 5. О, плюс 150 нашлось еще. Скажем так, нам тут до коллекции. Так, а сколько у меня тут такой красоты? 62. Ну, не так уж и много. Ой, а что, у меня места нету, да? Ну, это очень скромно, очень. Ну, да, потому что тут еще 2700 яблок в наличии. 43, 93. Комбо убираем или ставим? Нет, пока еще ставим. Вот еще раз. И вот еще красота. Неописуемая. 43. Главное, что правильно, не переесть. Не переусердствовать. Так, а вот 95, вот я его никак. А надо помощь поставить. Ой, не помощь, а попросить. Потому что я так понимаю, что уже все почти. Чего мы будем просить? Вот в уголочке. В уголочке. Я вообще такие поставлю сначала. Вот, точно. Их как-то не так жалко, что ли. Вот жадная, да? Вот нет, чтобы поставить уголька побольше. Я тут начинаю, понимаете ли, экономить. Экономика должна быть экономной. Уголёчек самим, да? Так, это что у нас? Между прочим, 75. Что у нас здесь стоит?
Ну, убрать надо. 40, 80, 5 ударов. А тут уже есть 5. А где нету? Тут есть. Ну, прям придраться не к чему. Везде уже есть. Ну, где-то ж явно нету, но просто я не заметила. Ладно, потом заметим. Сюрприз будет. Эту штуку берем, Так, все. Ладно, поехали. 75. Не хотят они нам давать чего-нибудь. О, Тали, спасибо. Я уже передумала. Раз, два, три, четыре, пять. И теперь у нас тут 70. Хотя 75, ну ладно. Опс. Пойду я, наверное, компаньону все-таки попытаюсь помочь чем-нибудь. Решила еще дооткрывать уже травку, чтобы уже точно видеть все прелести острова. Потому что, мне кажется, там еще есть... О, да, еще на 100. И еще на 150 прячется. В траве видно. Так, теперь идем в этом направлении. Ну, так вот. А, кстати, можно посмотреть. Карта. Ха, нельзя посмотреть, сколько процентов. Обманули. Можно только дома посмотреть. Не, ну, мне кажется, еще 50% нету. Тут еще и травы много, и всего много. Ну, по крайней мере, в принципе, уже видно, где что, чего, зачем и почему. Ой. Быстро есть надо. Странно, обычно по углам что-то прячут, а тут ничего нету. Прям даже ничего интересного. А, нашла. Ящичек на 45. Ну, я не знаю даже, стоит ли продолжать показывать. В принципе, остров я вам показала. Остров интересный. Но если вы не готовы энергетиками, то лучше подождать, пока энергия появится, только потом ехать. А видео я заканчиваю. Всем пока!